Всем зрителям, подписчикам привет. Сегодня собираем две теплицы, капля 3 на 4 на брусе с боковыми форточками. Пока приехали, разложились, приступаем к работе. Каркасы мы поставили, закрепили их к брусу, приступили уже к покрытию. Сейчас докроем, двери, форточки останутся и поедем дальше. Закончился у нас монтаж. Напоминаю, строили мы сегодня теплицы капля 3 на 4, две штуки с боковой фрамугой. Пойдем смотреть. С дальних торцов установлены форточки. Друг на друга смотрят двери, торцы с дверями. Есть боковая фрамуга. Каркас из трубы 20 на 20, полимеропорошковая покраска, диагональка обязательно, резиновый торцевой уплотнитель, поликарбонат 4 мм, 0,7. Плотность стоит на брусе, брус 100 на 100, закреплен, пропитан. Весь полик в торцевых профилях, вот вторая теплица. Зеркальные они, грубо говоря, получились у нас. Вот такие две компактные красотки. Боковая фрамуга у нас на ручке, то есть ручное управление. У меня на этом все. Ставьте палец вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока.